Мы продолжаем наши предвыборные эфиры. Этот выпуск программы оплачен из избирательного фонда кандидата. Наш сегодняшний гость, на мой взгляд, в представлении не нуждается. Имя говорит само за себя. Галина Буслова, гость программы «Простые вопросы» сегодня. Здравствуйте, Галина Семеновна. Здравствуйте. Галина Семеновна, вы всегда были депутатом от города. Все уже привыкли, в Благовещенске вас знают просто отлично. И имя ваше знают, и дела ваши знают. Вот теперь вы идете на выборы по Ивановскому и Благовещенскому районам, в сущности, сельская местность. Ну да? Да, это так. Там вас знают меньше, намного, чем в Благовещенске. Вот в чем причина такого выбора? Вы знаете, я вот не соглашусь с вами, что знают меня меньше. Я тоже думаю, что меня меньше знают. Угу. А знают просто, вот приходишь и говорят, а вы Буслова, а мы вас видели. Ну, это приятно. Так почему все-таки село, да? Почему село? Ну, наверное, за свою депутатскую деятельность, эти 5 лет, которые я работала сейчас в Амурской области, я посетила очень много сел, и я видела, как живет село сегодня, как нуждается оно. Та экономическая ситуация в стране, которая на сегодняшний день существует у нас, в которой мы оказались не по своей воле, она диктует многое. Мы можем остаться без продовольствия своего. И когда мы видим, что село нуждается сегодня в помощи, я посмотрела, как живут люди. Они живут просто, будем говорить, на грани выживания. Отдаленные села. Есть прекрасные села, это Ивановский район, допустим, где я иду. Но если дальше едем в Среднебелую, там вы увидите ужасно, как живут люди. Зарплата маленькая, пенсия маленькая, 2500 людей вообще безработных. И вот море проблем, житейских проблем, которые я пособирала практически вот на 1,5 тетради. Записала все эти проблемы, которые я должна сегодня решать. Почему сегодня живет так село? Вопрос. Ну, наверное, это вопрос, три составляющие. Это дорогие ГСМ, дорогой ГСМ, дорогие кредиты и электроэнергия. Поэтому наши фермерские хозяйства просто не смогут выживать в рыночной экономике. Им нужна помощь. Помощь федеральная, помощь областная. И без этой помощи они не смогут. Если мы кредиты будем держать на таком же уровне, то, извините, мы останемся без ничего. Давайте мы вспомним, что была для нас Амурская область. Амурская область имела громкое название. Житница Амурская. Житница, да. Дальнего Востока. Где это название? Вот я хочу, чтобы это вернулось. А для того, чтобы это вернулось, я должна работать, так же, как и все депутаты. И на федеральном уровне, поскольку я имею возможность такую сегодня, работая в Совете Федерации, достучаться до высоких кабинетов власти. И на местном уровне. Относительно партии хочется внести ясность. Вы сейчас беспартийная, правильно? Я беспартийная. Но при этом мы видим агитационные материалы, где ваше имя значится наряду с партией КПСС. Вот этот момент прояснить хочется. Ну, партия КПСС – это люди дела. Я родом из СССР. Жила в брежневские времена. И вы, наверное, тоже жили в эти времена. Это прекрасные времена были, когда продукты питания у нас были, каждый квартал снижали цены, когда мы могли спокойно государство образование оплачивало, здравоохранение оплачивало, мы могли летать в отпуск, где-то проводить семейный отпуск. Сейчас это недоступно. Вот я хочу, чтобы мы вернулись к этому. Я не зову назад-назад, абсолютно нет. Но я хочу взять лучшее все, что было там, и эти ребята, которые сегодня в КПСС, они хотят то же самое. А что именно лучше? Лучшее образование, лучшая медицина, доступная медицина, будем говорить, не платная, а бесплатная, доступная. Сегодня привожу один пример. Женщина обращается, 52 года. 52 года у нее очень тяжелая ситуация со здоровьем. Она приходит к врачу, а врач ей говорит, извините, направление вам не можем дать, это все платное. А она плачет, трубку мне и говорит, вы знаете, я хочу жить, мне всего 52 года, я не хочу умирать. Помогите, ради Бога, что мне делать? А таких много, она не одна. Поэтому сегодня мы этот вопрос решать будем, я решу его через наше правительство, которое, может быть, и не знает об этой женщине. Но она одна. Давайте многим поможем. Давайте посмотрим, что у нас в аптеках делается, сколько стоит лекарства. Я специально заходила в аптеки, я смотрела, сколько стоят эти лекарства, я смотрела, сколько стоят продукты. Я разговаривала с людьми, которые там. Это просто ужасно. И при всем при этом зарплата у них и пенсия там 8-12 тысяч. И не более того. И плюс еще есть районы, где зарплата вообще не выплачивается. То есть сезонная работа, отработал, все, до свидания. У нас в государстве что-то делается неправильно. Мы все сегодня бросились в оптимизацию. Все абсолютно. Школы закрыли, детские сады закрыли. Здравоохранение мы, извините, похоронили. Мы какие-то центры создали. А посмотрите на территорию Амурской области. Она же разбросана.
она разбросана до такой степени, села находятся очень далеко друг от друга. Я, конечно, могу говорить агломерации, это объединение сел, но это другой путь совершенно. Сегодня нужно другое делать. Сегодня нужно сделать так, чтобы люди не остались без работы, чтобы они имели как бы работать, чтобы у них была возможность работать на селе. Что сегодня получается в вузах? У нас есть бесплатные места, мы же знаем, да, бюджетные, на которые выделяются каждому вузу. Да, вузы федеральные. Но, учитывая ситуацию у нас в области, мы можем решить вопрос через федерацию, опять еще раз говорю, через федерацию, чтобы закрепить определенное количество мест для наших селян, для детей селян, которые не могут оплатить образование своим детям, но они будут жить в селе, они останутся жить в селе, и они будут благодарны тому же государству и той земле, на которой они будут работать. А я знаю, как это же сделать. Мы называем сейчас проблемы не областные, это же проблемы системные на федеральном уровне. Сможете ли вы отстоять интересы амурского села на федеральном уровне? Ну, дело в том, что я одна не могу этого сделать, я, естественно, стараюсь, но если вы посмотрите, вот книжечка перед вами лежит, это моя работа в Совете Федерации. Да, я и прочитал. За 14 лет. То, что я сделала для Амурской области. Я единственная женщина, единственная. Посмотрите, сколько при моей помощи сделано, включено в федеральную целевую программу объектов, которые сегодня строятся на территории Амурской области. Пожалуйста, вот набережная. Сколько мне труда стоило, чтобы я убедила правительство сделать это шаг. Я убеждала Касьянова в свое время, я убеждала Фродкова, Зубкова. В конце концов, включили федеральную целевую программу. Пошло финансирование, красивые набережные. То есть в Москве к вам прислушиваются? Конечно. Я вхожу туда, естественно, столько лет, они же приходят ко мне. С Зубковым мы вместе работали по ФАТ, есть такой у нас закон. Значит, с Фродковым мы работали в правительстве. Я в правительственную комиссию входила по работе над бюджетом. И, естественно, когда все сенаторы отдыхали, депутаты, а есть такие, как я, таких было достаточно, которые караулили, чтобы ни одну копейку со своего региона никто не убрал другому региону, потому что если кто-то отсутствовал, эти деньги перераспределялись. Поэтому я в отпуска не ходила. Я работала. Галина Семеновна, в вашей жизни была партия «Справедливая Россия», и сейчас есть партия социальной справедливости. И там, и там, не случайно, я думаю, совпадает одно очень важное слово – справедливость. Что в вашем понимании справедливость? Ну, в моем понимании справедливость – это человек, это я должна, если как депутат или как человек, даже как и депутат, и как человек, я должна понимать о том, что каждый человек должен и имеет право своей защищенности в соответствии с Конституцией. 7-я статья Конституции говорит, что государство социальное. Поэтому социальный пласт, он должен быть на первом месте. Люди, которые отдали свой труд, воспитали детей и много абсолютно работали, они должны иметь определенные преференции от государства. Давайте посмотрим на другие государства, которые как бы сегодня платят за счет своих недров, за счет своих природных ресурсов, дополнительно семье, каждому члену семьи по 500 евро, по 600 евро на каждого члена ежемесячно. Почему мы сегодня это не можем сделать в нашем государстве? Объясню, почему опять рыночная экономика неправильно пошла. Ваша брошюра, называется ваша Галина Буслова, начинается с цитаты очень хорошей. «Слово, идущее от сердца, проникает в душу». Вот, пожалуйста, несколько слов от сердца вашим избирателям в камеру. Уважаемые избиратели, я обращаюсь к вам сегодня в преддверии наших выборов. И я не прошу голосовать за себя. Я просто скажу о том, что партия КПСС, которую я сегодня, я беспартийная, но партию КПСС, которая выдвинула меня на эти выборы, я считаю, что там достойные люди, за которых нужно голосовать, и которым я буду помогать, я никуда не ухожу, я буду с ними помогать. Ну а по четвертому округу село, если село, и будем говорить, сельские жители сочтут возможность, значит, я буду работать и для них. Большое вам спасибо, приходите на выборы, я вас всех приглашаю. Галина Семеновна, спасибо вам огромное. Друзья, напоминаю, выборы состоятся 18 сентября. Не сидите дома, обязательно придите и сделайте свой выбор. До свидания, увидимся.